Приветствую всех, мои дорогие друзья, меня Гет зовут, и мы продолжаем проходить Mortal Kombat Armageddon. И мы остановились в прошлый раз на том, что мы нашли броню в храме Линквей, а это был храм матери когда-то давно, до тех пор, пока не пришли туда, да, то есть Линквей. Сейчас мы вот и возвращаемся оттуда, мы эту заставку видели, давайте продолжать, мы теперь телепортируемся в обугленную гору, и там какой-то есть алый лес, куда нас телепортнул наш Орин, дракоша. Вот, да. Я это все видел в прошлой серии. Но в прошлой серии мы попытались побить этих чуваков, раздать им лучи любви и добра и радуги, но они почему-то не очень это оценили. Ладно. Мне почему-то... Так, давайте. Вот так. Я буду сейчас ману очень-очень хорошо тратить. Не слишком... Так. Ой, тихо. Ну ладно, так уж пойдет тоже. Иди сюда, тварь, бомба, раскидыватель. Дай мне скипетр. Лучи добра всем! Лучи любви! И тебе любовь, и тебе. Что-то я какой-то косой, ну ладно. Лучи добра, нет. О боже. Ой, тихо. Подождите, что ж вы такие все злые? И тебе луч добра, и тебе луч добра, и вам. О, блин, разорвали меня. Так. Дай мне скипетр, я хочу лучи добра всем пораздавать. Вот, дай. И тебе добро, и вам добра. О-ла-ла. О, да. Мне напоминает этого чувака из пятого элемента. Негра этого, который там все со скипетром все ходил. Любвеобильный. Так. О, да. Как элегантно. Боже, я почти их замочил всех. Вставай, тварь. Какой я косой, боже. Так, мне бы маны хорошо дать. Мне вот этого надо заварить хочу, вот, скипетр его. Скипетр, лучи добра, любви. Через мои вены текут строки этого Шекспира, все его поэмы. Так, новый ящик. Костюм не открыт, другой костюм Фуджина. Так, сюда мы, видимо, не пройдем. Хорошо, давайте туда пойдем. У нас загрузка. Остановись, Тавен. Фуджин? Думаю, значение твоих действий более важное, чем кажется на первый взгляд. Я предлагаю тебе вернуться в Эдению немедленно. Сначала мне нужно получить информацию. Красный дракон атаковал меня дважды. Я должен знать, почему, и я не остановлюсь, пока не узнаю этого. Такое невежество. Я остановлю тебя, если будет нужно той силой. Я уважаю тебя, Фуджин. Ты друг моей семьи. Но я не уйду. Чувак, какой ты гель для волос используешь? У тебя прям коса стояком стоит. Может, этим гелем можно еще кое-что смазывать? Фу, блин, о чем я? Так, Тафен против Фуджина. Так, здравствуйте. О, блин. Ну, теперь коса у него вся извилистая. Фуджин, где твой клей? Тихо. О, ветерок кастуется. Так, подожди, ну дай мне приемку сделать. На, троечку тебе. Мой любимый приемчик. Еще троечку. Тоу-тоу-тоу. Как будто Гомер. Тоу-тоу-тоу-тоу. Тоу-тоу-тоу. Коса как змея на земле взвивается. Так. Тол. Боже. Так. Желтоглазый наш красавец. Тол.
Отлично. Кровавым оружием я не хотел этого делать. Фуджин был другом семи много лет. Мне нужно противостоять красному дракону. Возможно, это вход в их твердыни. Надеюсь, их не предупредили моим приходе. Вскоре я об этом узнаю. И у этого Фуджина коса внизу такая в разные стороны. Так. И что нас там ожидает, интересно? Так. Пещера красного дракона. Мне нужно узнать, почему красный дракон находится за мной. Окей, давай узнаем. Оп, я думаю, то... О, это плащ Фуджина. Я у него все украл и... Что это такое? Бочки просто. С маной и жизнями. Монетки. Это напоминает мне храм из Bugs Bunny и Теза. Когда мы... Боже, я болею, теперь не подходить ко мне, я весь заразный. Может быть, бочки с маной мне помогут. Все, я вылечился. Так. Меня восстановили опять все. Зачем столько жизни, мама? Чокер Тани. Чокер Тани? То есть получается ошейник Тани. Так. Бежим, давайте, сюда. Все, этот... Где сектор? Он же у меня все рандеву просил его. До немедленного пробуждения. Так. Во-во-во, я помню этот момент, кстати сказать. Вот момент почему-то я помню. Супер движение, остановка. Это, видимо, замедление времени или что? Почему-то я это место больше всего помню. Ага, потом, понятно. Оп. Фатальность. Крючки Мавада. Крючки. Так. Сдох, нет. Конец. Так, где эта сила, суперсила? Вот. Когда она порылась, все равно. Вот я один раз их трону, получается... Получается все. И опять дохлый бегаю. Пока я смотрю, о, броня старших богов, они ходят вокруг меня, смотрите, смотрите. Подождите, ребят, не трогаем его, у него скрипт. У него божественный скрипт, мы не можем его трогать. Скрипт о том, что мы его не трогаем, пока он смотрит на сиськи старших богов. Так. Давайте. Опа. Так вот. Опа, вот так вот. Вот так как он один, можно его. Вот так вот. То есть можно их как-то в бочке, да? Ремин Дейгана. Так. Ну. Дохни уже. Так, финиш хим там уж. О, блин, подождите, у меня финиш хим. Оп. Давайте ко мне. Опаньки. Еще один. Опаньки. Ладно, один остался, можно его повалять туда-сюда. Оп. Оп. В бочку давай, в бочку. Нет, в бочку. Что мне с тобой делать? Все, да? Музон. Саундтрек потерянный, что-то там. Дейгон. Дейгон? Ты выглядишь старше. Я и стал старше. Намного старше тебя, большой брат. Так значит, тебя пробудили давно? Почему ты здесь? Это моя твердыня.
Твоя твердыня. И это твои войны? Я основал клан Красного Дракона много лет назад. Это, наверное, какая-то ошибка. Твои солдаты охотятся за мной. Это не ошибка. Многие годы мой клан искал тебя по всем углам Старства Земли, и группы разведки были размещены в местах, где ты мог бы появиться. В храме наших родителей, например. Я вижу, ты нашел свою броню. На мне тоже моя. Зачем ты послал свой клан за мной? Разве это не очевидно? Я хотел убить тебя. Что? Все достанется мне, Тейвен. Я не хочу отдавать что-то тебе. Великий мастер, простите за вмешательство. Говори, Мавара. Нашли Блейза. Прекрасно, я должен приготовиться. Проследите, чтобы мой брат не покинул мою твердыню живым. Это что-то вроде того актера, который играл в Evil Dead. Я забыл, как его зовут. Так, ну, сейчас попробую с ним разобраться. Какой плащик у тебя элегантный, штанишки до сисек. Интересно, ты так же долбишь? Ты еще громче долбишь, как девка. Какие тупенькие у меня полосатые. Прям моднючий весь. Держи. Он типа как с дьяволом на плаще, может, крутой какой. Тафин победил, боже Мавада, ты... что ты делаешь? Ахах, прекрати. Ты такой сложный, такие у тебя элегантные туфельки. Прям фанигай. Так. Прям будто какую-то театральную постановку Дракулы переоделся. Держи. Господи, все понятно. Шо? Что это? У него такие же ножи, как у Кабала в этом. В последней игре. У Кабала стырил, что ли? То что там-то. Где он? Где Блейз? Спрашивал Тейвен. Ответом Мавады была лишь слабая улыбка. Тафен потянулся к своему врагу, чтобы занять более выгодное положение. Более выгодное положение. Мавада вывернулся, и он исчез через люк, который закрылся за ним. А можно было бы это все анимировать, я не знаю. Или это слишком сложно? А то вдруг там кому какое более выгодное положение представится. Мне нужно найти моего брата Дейгана, он, наверное, все еще в этих пещерах. Так, окей. Ну, побежали туда, значит. Раз нам сюда показывают. Пропуск. А там кто-то, смотрите, там какой-то Кейна, по-моему. Мы открыли дверь. Нихера себе, какой рычаг крутой. Открывай дверь за 2 километра от нее. Так. Ну, сейчас будет какой-нибудь чувак крутой. Кейна. Who are you? Kano's a name. I am Taven. Do you know what the Red Dragon are doing here? Seems they're trying to create real Red Dragon. Похоже, они хотят создать настоящего Красного Дракона. Они смогли создать гибрид человека ящерицы, причем эксперимент проводили на членах клана. Посмотри на мою варежки. Они пробовали что-то новое на мне. Но они устали на мне экспериментировать. Стой, у меня есть больше вопросов к тебе. И развернулся. Окей. То есть туда? Или что? Ага. Еще одна заставка. Сонька грузит что-то. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оу. Гибрид ящерицы, гибрид человека. Красные ящеры, прям напоминает мне первый Спайдермен. Не знаю почему. Там такие же были боссы. Ящерицы в этих канализациях после боя с Черной Смертью. Ну как я соскучился по этой игре все-таки. 100 лет не играл. Так.
Ну хорош. Оп-о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 п. Так, давайте я что-то какие-то жесткие. Вот надо того завалить. Плевальщика. Мана. Так, 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 мана, 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 мана. Отлично. Еще мана. Отлично, еще мана. Так. Так. Я так благодарен за этот прием, он убивает всех с одного раза. Фу, спасибо разрабам за это. Хотя другой прием вообще не нужен. Костюм не открыт, другой костюм рептилии. А тут рептайл есть, отлично. Мне кажется, самый удачный рептайл это в последнем Mortal Kombat. Самый нормальный. Потому что он не то, что там какой-то ящер, а... Ну вот реально видно, что он какой-то получеловек-полуящер. Вот тут Кван Чи. Какая-то тёлка вот так, которая на десепшене всё нас мотала туда-сюда. Я не мог рисковать, чтобы меня засекли. Я не принёс записи с собой. Они все в голове. Лол. Он, то есть, в голову себе, типа, говорит, я все запомнил. Это взял ему голову, оторвал, типа, как он вообще из памяти, интересно, вытащит. А это же эти тетки, я же знаю. Ну как? Они хилят друг друга, да? Окей. Так, можно мне поступить? Вот это та та. Она хилит, вот эта дура всех, ну дых. Надо ее сначала ловить. Так вот. Вот это вот. Дура, давай, вставай. А, сдохла уже одна. Круто, я ее прям на бочку с этим завалил. Так она сдохла сразу. Надо как-нибудь попробовать еще раз так. Так сделать, что... А, они не отлетают, смотрите. Так, так, тихо, тихо, тихо. Ну бочка, бочка же, ну. А, вот, вот, вот так. Видимо, только таким способом. Ну все, одна тёлка осталась. Все. Готово, они не такие уж. Их даже не представили нам. Там как-то я одну знаю, знаю точно, как звали. Вот, 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 что-то я пропустил, случайно крестик нажал. Так, давайте соберем хп, а то что-то как-то сыкотно. Здесь еще одна. Давай, Тафен, давай, 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 Тафен, мы сможем. Вот, Сирена ее зовут. Поздравляем, вы открыли Дейгана. Боже ты мой, какой он крутой, нахер он мне нужен. Все равно эту игру не буду играть, только ради сюжета. Музыка логова рептилий, саундтрек. Так. Там, наверное, скриликсовая рептайл. Тун-д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 ун. Да. Чё? Слушайте, слушайте, слушайте. Этому всё чё-то дракону приказывал. Открой портал, дракон. Я приказываю тебе. Каро, отойди от него. Ящерица. Я рептилия. Я не буду отвечать тебе. Сражайся. А нет, все-таки он нормально здесь выглядит. А, там был другой костюм рептилии. То есть другой костюм рептилии там был как похожий, ну, на ящерицу. Я подумал, что он так тут выглядит больше. Оказывается, он выглядит уже тут, как в новом Mortal Kombat. Что круто. Так. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Нате, троечку. Хо, круто получилось у нас. Зеленая кровь. Тихо, тихо. Крутой, крутой, крутой.
Ящер. Еще написано. Тафен против ящерка. Ящерка. Яшерка победил. Что ж ты, Яша, меня так уделал? Плюешься зеленой кровью, а рожа вся в красном. Так. Хорош. Нарушитель. То есть не блокбрейкер, а нарушитель уже. Комбо-брейкер там. Будем троечку делать. Самый нормальный приемчик. Отлично. Тафен победил. Раунд 3. Файт. Так. Отлично. У меня скрипнула Сонька вторая. Так, слышали, да? Странно. Окей, мы ящера победили. Ну, дракон с нами позаговорит. Я не думаю, что он за то, что тот злым стал. Чувак. Ну, скажешь что-нибудь? Я был порабощен здесь Дейганом. Он использует меня для телепорта своего клана по этой реальности. Я не знал, что он способен на такое. Он не тот человек, которого мы знали. Что случилось? В этом есть моя вина. Давным-давно я потерял ментальный контакт с огнем, Блейзом, и я по ошибке разбудил своего брата, твоего брата, то есть... Деган потерял баланс, он был вне себя от злости из-за того, что узнал, что им манипулировали родители и потребовал узнать настоящую цель всего. Они сказали все ему? Возможно. Что бы он не узнал, это сильно поразило его. Он убил их обоих. Убил родителей? Невозможно. Отец был богом, мать была могущественной волшебницей. Как он это сделал, не имеет значения. Они мертвы. И я в этом виновен. Не вини себя за это. Тем не менее, я раскаиваюсь в своей ошибке. Недавно я создал портал в Царство Земли. Должен последовать за ним. Иди же, я не смогу держать портал вечно открытым. When I am done, the Red Dragon will be nothing more than broken bodies strewn throughout the hollows of this mountain. Go now, and may the Elder Gods watch over you. Никогда не понимал эту анимацию драконов, я думал, они разговаривали, будто у него язык торчит этим. Может быть, у них просто времени не хватило анимировать дракона. Я рвусь на части из-за просьбы Кара оставить его в крепости Красных Драконов. Он и Орин уже давно являются друзьями моей семьи. Вместе они защищали Дэнни от опасности. Одна из самых серьезных была вторжение Шаукана несколько лет назад. Но даже в ослабленном состоянии Кара будет непросто разбить. Я представляю, что он уже дерется с кланом Красного Дракона. Пусть старшие боги берегут его. Утесы королевства. Окей. Окей, и что же нам делать? Сейчас Дейган должен быть у основания этой горы. Мне нужно спуститься вниз. Хорошо, давайте спускаться. 300 монет. Так, это тут, тот, сет. Нажмите их, чтобы открыть врата и спрыгнуть. Уи!
Парашют не нужен, я могу просто ударить землю и выжить. Вот тут такие эти вурдалаки ходят медленно. О, их будет раздолье так мочить. Только, походу, они не с первого раза дохнут от этого приема. Так, что это такое? Корона Шинка. Да я вроде с первого раза, если сказать. Блин, одного. Что ж это такое? О, блин, охереть, они мочатся. А, это похоже на тех, как в этом. Помните, в Десепшене, когда там ходим, они такие. Бьют. Все, подходите к ним и разговаривайте, а они начинают вас бить. Даже если их у них рук нету. У нас ману пополняется, когда мы их бьем. Так. Давай, давай, давай. В кучку, в кучку, в кучку. Оп. Не очень получилось, но... А у меня прям нет. Точнее, ману уже. Хорош, хорош, тихо. Они меня если будут окружать таким образом, я так быстро сдохну. Мне нужно их кучу собирать и валить быстрее. Так. Мать. Мана. Нужна мана, 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 мана. Дайте мне ману. А, можно их... Вот что можно делать. Знал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Полетел, полетел. Первый пошел, второй сейчас пойдет. Отлично. Полетели. О, это этот, Молох. Добро пожаловать, бат. Это причина для того, чтобы подраться или что? Я подойду к чуваку, скажу «добро пожаловать в ад». И сразу такие, друж, появляется такая иконка сверху жизни, типа «файт». Граничка же, да, точно, мухами. Музыка такая рокерская. Типа рокеры вонючие или что? Это что за намек? Так. Тихо. Оп, нет. Оп, да. Дат. Раунд 2. Сражаться. Афина дра... А, это не Молох, это Драмин. Все, которого я Драхмином называл в Десепшене. Все-таки это не Драхмин, он Драмин. Хей не произносится. На. Драмин проигнорировал кровь, которая капала из его свежей раны, когда ты прыгал через край. Ты хорошо дерешься, ты божество, улыбнулся он, но твои навыки не спасут тебя от зла, который ждет дальше. Окей, окей, окей. Посмотрим. Контрольный пункт. Арена не открыта, скалы Незерреалма. Ага, окей. Ну это нижний мир. Птичка какая-то, спасибо, что показали. Бам! Спасибо. Что теперь? Что мне с этой птицей делать? Уж так. Лол. Окей. Костюм не открыт, костюм Драмина. Так. Саундтрек и честный завод. Так, чё, прыгать? Давай. Походу не откроют херню.
Не знаю, что я долбил так долго отсюда. А, здравствуйте. Может, это у меня получится? Подолбить. Так, тихо, подожди. Да подождите, дайте мне. Я уж почти продолбил. Оп! Давай! Да подождите, дайте мне продолбить эту штуку. Почти! Все, стойте на месте. Смотрите, уже потолкал ее туда, да, заметили? Ну ладно. Идите ко мне, идите ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Так. Я не понимаю, что там секреты, как это открыть. Потому что долбежка не помогает. Видите. Может, потом откроется, я не знаю. Так. Хорош. Тихо. Ну. Откроет мне? А, спасибо, блин. Лол. Зачем я ее долбил? Я думал, все-таки можно ее самому открыть. Создать бойца брони старших врагов. Дураков, короче, богов. На гимне дали. Так. Тут либо сюда спрыгивать, либо туда. Давайте сюда, может. А есть бонусный тип, если ничего. 1000 монет, спасибо большое. Я теперь и так богат, зачем мне эти монеты? Помните, мне написали, что я теперь богат, у меня 20 тысяч монет. Эти плиты могут помочь мне открыть эти врата. Мне лишь нужно достать. А мне похер, что по мне метеорит сейчас долбанул. Достаточно сил, чтобы активировать их. Сейчас нужный момент. Вот, все, побежали. Оп! Мне похер, заставка идет. Нет, не похер. Нет, не похер. Тихо. Оп. О, блин. Можно сюда, пожалуйста? Ударьте сюда. А похер вообще с ним нет. А мне маны нет. А, черт. Мне похер, я же открываю этот ящик. Мне нравится логика этой игры, если какая-нибудь заставка идет, мы вообще не убиваем. Так. А маны опять нет. Черт. Оп. Спасибо. Бежим нахер. Быстрее. Фух. Это, наверное, еще один туториал, да? Или что это? Ага. С возвращением молодого. Тренировка только началась. Обелиск. Что мне делать? А что нажимать-то? А просто защитить этого чувака, что ли? Или чё?
Не понял, что мне конкретно нужно сделать? Просто мочить этих чуваков или что? Собирать их в кучу. Как-то скучновато. Не понял вообще, а что делать? Давайте, может, выйдем отсюда. Как мне сфейлить это все дело? Можно я умру? Убейте меня. Или может мне надо набрать этот полосу? Не знаю. Ничего не понимаю, а что делать? Попытайся снова. Нет, спасибо, не хочу продолжить испытание, это скучно. Boring as fuck. Ой. Так. Вот что я хочу, сандалии самурая Джека собрать, пошли отсюда. Так. Жарим, жарим, быстрее. Спрыгивай. Вон та платформа находится слишком далеко, чтобы телепортироваться отсюда. Мне понадобится много сил и кристаллов, чтобы продолжить. Где же они? Сражаться. Фойт. Так, ну давайте. Может мне просто подождать, пока этих замочат эти метеориты? Ой. Так. Бам, ага, спасибо. Так, силовый кристалл. Ура. Еще один силовый кристалл. Воу. Мне тоже плакатно. Оу. Так. Теперь что? Так вот. Так вот. Так вот, так вот, так вот. Скилл. Бам. О, что такое? Жизненная. Баночка жизни. Ой, валим. Вон еще кристалл. Спасибо. Ну прям Mortal Kombat Армагеддон. Прям реально Армагеддон здесь. Из-за этого игру назвали? Так вот. Так вот. Оп. Вот так вот. 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 Вот так вот. Отлично. Is that Shinnok? Это Шинок? Почему старший бог в царстве земли? Похоже, ему нужна помощь. Боже, что это за телепортационная анимация была? Мож уничтожен. Это наш день. Умри, Шинок. Тейвен, откуда ты прибыл? Я ослаблен, сын Аргуса. Ты должен защитить меня. Отойди от лорда Шинока. Немедленно. Ты заплатишь за свое вмешательство. Сиськи правят миром. Что я сделал? Что я сделал? Мне какая-то тетка будет мочить сейчас. Так. О нет, о нет. Что? Что происходит? Так. Так вот. Нет, 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 нет. Стоять. Так вот. Так вот. Вот. Так вот.
вот. Черт. Нет, стой, стой, стой. Ну ладно, ладно, еще сейчас, сейчас все будет. Так. Она не изменилась со времен Deception. Такая же дура. Угу. На тебе лицом по ложе. Хотел сказать лицом по роже. Ну ладно. Какие-то текстурки на ее заднице не очень что-то. Какие-то они все пикселированные. Раньше было лучше. Куда я смотрю? Может ли мы? Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Троечку. Оп-оп-оп. Оп. Оп-оп-оп. О, нет. Тихо. Стефен, видел. Спасли Шинка. Шинк же злай. Шинок-то злой. Ты подоспел со своей помощью как раз вовремя. Ты защитил меня от дьяволицы Ли Мэй, и за это я навеки благодарен тебе. Я не понимаю, зачем тебе понадобилась моя помощь, Лорд Шинок? Ты же старший бог. Я больше не старший бог. Меня свергнули. Покарали за то, что я вовлек себя в два раза. Вовлекал... Что там, смертных себя вовлекал? Теперь я проклят управлением этой несчастной... этого несчастного нижнего мира. Что же ты мог совершить такого? Смелый вопрос, как всегда ты, он. Возможно, даже бывший старший бог может задать свои вопросы первым. Почему ты здесь? Я разыскиваю своего брата Дейгана. Да, я припоминаю его. Мы зачастую соперничали друг с другом. Как я припомню, ты выиграл большую часть игр. Но почему ты думаешь, что он здесь? Я следовал за ним сюда. Он каким-то образом испортился. Испортился, я не знаю, что привело это место, но когда я найду ему, я много ему придется ответить ему. Я помогу тебе найти его, Тейвен, но сперва мне нужно заполучить мой трон. Демоны и странные войны переполняют мое святилище. Помоги мне очистить его от противников, получишь мою помощь. Но сперва внимательно выслушай мои указания. Что должен сделать, Лорд Шинок? А, запись данных. Знаете, ребят, давайте на этом закончим. Сейчас я не знаю, что будет сейчас. Возможно поверить то, что Шинок, старший бог, живет в царствах. Еще более тяжело поверить в то, что ему нужна моя помощь. Но я помогу ему, как смогу. Похоже, что демоны и другие существа выбрали себе его из собственного дома. Я всех их уничтожу одного за другим, если необходимо. Сонька загружает. Шпиль Шинок. Демоны заполонили мою башню. Прям такие тривиальные демоны. Такие красные чуваки с рогами. Такое вот Эвина лицо, боже ты мой. Че это такое? Уничтожь чужаков. Окей. Давай сначала я сохраню заметку. Нажму да. Потом я выйду с игры и попрощаюсь с вами. И мы продолжим, наверное, в следующей серии. Увидимся, ребят. Меня Гет зовут. Это был Mortal Kombat Armageddon. Надеюсь, вам понравилось. Да, прогресс будет потерян, я знаю. Игра, я думаю, будет намного короче, нежели прошлая часть. Но в любом случае, пока все это развивается очень быстро. Комедожу, все дела. Всем пока.